Приветик, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать верный и достаточно быстрый способ к обогащению, к получению финансовых средств. Это действительно проверено на моем жизненном опыте. Во-первых, что вам для этого понадобится? Зарядка для телефона. Желательно, чтобы это была та зарядка, которую вы, в принципе, регулярно используете для подзарядки своего телефона. Ну, у меня не один телефон, но, в принципе, вот зарядка, она подходит и к одному, к моему телефону, и ко второму, и к Сережиному. В общем, это не суть. Самое главное все-таки, чтобы вы этой зарядкой пользовались. Далее. Вам нужен ваш кошелек, которым вы, опять же, пользуетесь. То есть он в обиходе. Ну, вот, я вам продемонстрирую и мужской, это мой кошелечек, это Сережин. Ну, Сережа чаще просто без кошелька носит деньги. Итак, что вам нужно для этого? Вы ставите... Включаете в розетку подзарядку, включили в розетку, далее вставляете в кошелечек, прям вот я делаю это прям самую глубь. Ну, можно закрыть, не закрыть, там уже на ваше усмотрение. Закрыли, и вот так у вас вот в таком виде должно подзаряжаться целую ночь. Утром вынимаете зарядку, ну и в принципе все как обычно. То есть чередуете зарядка телефона, зарядка кошелька. И все-таки для более действенности нужно, чтобы в кошелечке обязательно были купюры. Ну, постарайтесь, конечно, положить достаточно крупные купюры, чтобы они, как говорится, заряжались, приумножались. Это на самом деле очень действенный способ, проверено на мне, но обязательно, когда вы ставите на зарядку на ночь, все-таки нужно посылать положительные, позитивные импульсы. Ни в коем случае не должно быть таких мыслей, что ну вот я попробую, ну вот я посмотрю, если не получится, все, больше я в жизни никому ничему не поверю. Нет. Таких мыслей абсолютно не должно быть, гоните их прочь, просто прощайтесь с ними, как говорится, навсегда. Вы должны думать о том, что так, вот эта денежка, богатство приумножается, это 5000, а будет 5000 раз больше, в 10 тысяч раз больше. Думайте постоянно об этом, и у вас это должно войти в правила жизни, то есть... Вы должны об этом, то есть это для вас уже должно стать привычкой. Заряжаете же вы свой телефон, ну и также заряжаете свой кошелек. Вот так. Включаете, можно, сколько используете кошельков, столько и включаете на ночь. Можно 2-3 кошелька, там уже на ваше усмотрение. Друзья, ну вот так я сегодня поделилась с вами своим секретом. Пишите свои обязательно комментарии, но не через один, через два дня, а пусть пройдет хотя бы недели 2-3, и тогда уже будут известны какие-то результаты по этой финансовой линейке. Ставьте пальчик вверх, я надеюсь, конечно, вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. И с сегодняшнего же дня ночью поставьте на зарядку свой кошелек. Всех обнимаю, всех целую. Пока-пока!